Здравствуйте, мальчики и девочки. Мы группа Корея. И вам чертовски повезло, если вы смотрите этот новый DVD группы Стигмата. Группа Стигмата, она не была таким коммерческим проектом. То есть просто а-ля чуваки, набранные по кастингу. Вот на этом, как бы, так сказать, уровне группы вот твое лицо не катит. Нам нужно уже другое лицо, да, там, допустим, для масс. Хоп, а тебя нет, вставили там другого. Конечно, это неправильно, я считаю, и в банде должна быть именно такая сплоченность, то есть с самого начала. Вот у нас здесь как-то так повелось, что группы общаются друг с другом, дружат. И на концерте это получается не просто какая-то сходка, чтобы выступить, а встреча друзей. И в гримерке ты как бы себя абсолютно комфортно чувствуешь со всеми. Привет, привет, как дела? Все отлично. Конкуренция существует, как бы это факт такой, как бы однозначно. Но как бы все это вполне нормально и дружелюбно. В рамках разумного, ну, конечно, не переходя на личность. Да. Стигмат — это чисто питерская группа, потому что даже в названии нету букву «Р», которую любят москвичи. Вот как бы... Там трактор, боулинг, Ругер, там седьмая раса, там р. Вот единственное, Аматри, да, там еще как-то выбивается. Вот. А Стигмат — это питерская группа абсолютно, да. Стигмат придумал Денис, как бы сам название. Вот. А красивое слово на английском, и чтобы оно, ну, запоминалось кайфово, и чтобы там из первой буквы логотип красивый можно было нарисовать. Сначала биопсии хотели назвать. Жуткое совершенно название. Вообще. И потом пришло название «Стигмата». Я прям начал там с первой страницы, начиная там листал и просто выписывал все слова там на букву «А» и на букву «С». Ну, из каких букв хорошие логотипы получаются там. И тут я смотрю, и слово «Стигмата». Я, конечно, не знаю, что это значит, еще не смотрел, но звучит круто. Все таки «О, стигмата». Блин, офигенно, да, оставляем. И, короче, пришел на репетицию такой, прихожу, вот, типа, наша банда будет называться «Стигмата». Все таки «О, отлично, нормально, все, играем дальше».